Всем доброго вечера. Как меня слышно по пятибалльной системе? Вот видите, оказывается, у всех появился звук, а то я видел, некоторые прям переживали. Все в порядке, меня слышно. Спасибо. Давно я не делал вот такого вот начала. Давайте напишите, пожалуйста, каждый, кто из какой страны. А я посчитаю, сколько стран у нас находится в зале. Проверим географию. Россия, Белоруссия, Украина, Литва 3, да? Казахстан 4, Грузия 5, Узбекистан 6, Украина 7, Финляндия 8, Черногория 9, Абхазия, ну, это не совсем страна отдельная, Абхазия, Литва, по-моему, была. Израиль 10, Азербайджан 11, США 12. Ну, пока 12, может быть, что-то я упустил, а рекорд у нас, по-моему, был 21. 21 страна присутствовала, но ничего страшного. Тогда и народу у нас было побольше, это было, по-моему, после Нового года 1500 человек присутствовало. Ну что ж, отлично, сегодня нас тоже почти 300, я уверен, будет около 500. Сегодня мы с вами поговорим о основных методах заработка. Сегодня я покажу вам бизнес-идею, которой я занимаюсь уже почти 2 года, в которые я вкладываю там по 10-12 часов в день, в общем-то, наработок моря. Результаты, конечно, отличные, но я постараюсь вам дать самое нужное, сколько успею за 40 минут, а вот эту основную идею. И плюс, конечно, дам в конце рекомендации, и вас ждет суперпромоушен в конце. То есть сейчас вам надо приготовить ручки, листочки, и мы начнем. Значит, 40 минут. Теперь поставьте, пожалуйста, плюсики, кто первый раз, а восклицательные знаки, кто меня уже слышал. Меня зовут Вадим Комаров. Восклицательных знаков больше, плюсиков меньше, но тоже есть. Я очень рад. Сегодня будет необычная встреча. Сегодня я хочу провести некоторые аналогии такие между интернетом и обычной жизнью. Ну, давайте. Сначала для тех, кто поставил плюсики, расскажу немножко о себе. В интернет я пришел в 2010 году, до этого преподаватель математики, тренер по шахматам, ну и бизнес. У меня был средний бизнес, магазины были, в общем, в интернет только в 2010 году. За это время достиг достаточно много. Сейчас я генеральный директор ООО «Альт», основатель вот этой вот обучающей социальной сети «Альт-клуб» и лидер команды «Альт-инвеб». Как видите, внизу здесь написано «Альт-инвеб». Вот об этом сегодня тоже будет идти речь. Хочу вам сказать, что мое твердое убеждение, вот твердое, и я знаю, что в зале есть достаточно людей, которые со мной согласятся. Вот сейчас деньги заработать можно только в интернете. Вот когда я уходил в 2010 году, ну у меня в принципе там были деньги, там что-то по 200 тысяч рублей в месяц я зарабатывал. Я работал вообще сутками.
Я имею в виду там проверить всех, чтобы не украли, кто-то напился, кого-то уволил, поставщики и так далее. Это был сумасшедший, в общем-то, ритм. Я не видел свою младшую дочь, только видел спящую. Ну, в общем, вот с 2010 года я в интернете. Многие, кто здесь присутствует со мной, идет рядом. Они достигли уже больших, в общем-то, успехов. И сегодня я хочу с вами поделиться своими наработками. Вижу, что у некоторых нет звука. Еще раз прореагируйте, пожалуйста. Меня слышно? Все, больше не обращаю внимания. Итак, давайте сегодня поговорим сначала об основных способах заработка. На самом деле, их намного больше в интернете. Я выделил вот здесь вот основные. Я не взял здесь, в общем-то, игру на биржах, там Форекс, то есть трейдерство. Я не стал рассматривать, потому что это отдельная наука. Я немножко изучал ее, но, честно говоря, как-то прошел мимо. Вот. Ну, кто-то занимается, я сегодня не буду этим это рассматривать. Я рассмотрю то, что, в общем-то, на слуху, и те методы, которыми пользуются, в общем-то, 90% в интернете. Это партнерские программы, инфобизнес, фриланс, собственный сайт. Кстати, блог или сайт достаточно хорошо можно зарабатывать. Интернет-магазин и, конечно же, система Alt-Invip. Вот об этом мы с вами сегодня будем разговаривать. Давайте для начала поставьте мне десяточки, кто уже в интернете занимался партнерскими программами. Кто уже делал, поставьте десяточки. Ну, что такое партнерские программы? Может быть, кто-то не знает. Итак, вы пришли в интернет, у вас нет своего продукта, вы еще не специалист ни в одной нише, да? Но вам хочется зарабатывать. И вы начинаете работать с чужими инфопродуктами. Вам дают готовые материалы. Ну, в зависимости, кстати, от автора, некоторые не дают. Вы должны взять эти рекламные материалы и продвинуть максимально возможными вам способами, чтобы на эти странички пришло как можно больше людей. Ну, в общем-то, они заказали чужой продукт, попали в чужую базу, ну и часть тех денег после покупки идет к вам. На самом деле, я знаю очень много людей, которые зарабатывают приличные деньги на партнерках. Ну, приличные там вот и по 200 тысяч, ну, не так часто, но вот 30, 50, 70 тысяч это можно, в общем-то, зарабатывать любому. Согласна. А кто-нибудь зарабатывал вот хорошие деньги на партнерке? Напишите самое большое, кто какую сумму зарабатывал. Ну, вот, скажем, какой-нибудь партнерский продукт вы продвинули, там, ну, 30-40 тысяч. Были такие у вас? Никогда. Вот, 58 тысяч Вика заработал. Ну, вот это хороший результат. Но он нестабильный, правда, Вик? То есть, вам приходится постоянно менять партнерочки, искать, усиливать. Ну, и здесь можно прогореть на самом деле. Но опять же, для того, чтобы заниматься партнерскими программами, можете себе записать, что вам все равно нужно способы привлечения трафика, а иначе как вы будете продвигать вот эти все материалы? То есть вы должны изучить способы набора подписчиков. Это контекстную рекламу, может быть, работа в соцсетях, YouTube, работу с авторами, взаимопиар и много-много другое. Если вы серьезно хотите заработать, то вам надо сделать так, чтобы ваши вложения были намного меньше, чем поступления. Это естественно. Вот я вижу 0-0-0-0. Это, конечно, не очень хорошо. Не надо ссылок, Игорь, вас, наверное, удалят иначе. Вот. И самое главное, вам надо тоже здесь свой автореспондер
Потому что вы будете иначе работать на дядю. Всех будете сливать своих подписчиков туда. И каждый раз, вот как написали, надо все заново начинать. А здесь хотя бы, вот вы один продукт продали партнерский, у вас база осталась, вы можете потом второй продукт рекламировать. Ну, то есть вам респондер нужен хоть как. И, конечно, вам надо уметь делать одностраничники. Когда вам дают авторы свои одностраничники, вот представьте, вот этот одностраничник одновременно начинает продвигать там сотни и сотни людей. Естественно, они намыливают глаза, они теряют в конверсии, и, в общем-то, продажи опять стремятся к нулю. Вот, вам надо здесь обязательно уметь делать сайты одностраничные и иметь респондер. Что может вас ожидать? Насчет вопросов, целевая аудитория разная. Так вы в соответствии с целевой аудиторией, которая у вас в базе, и подбираете партнерку Антона, иначе ничего не получится. Здесь какие подводные камни? Очень часто мы ошибаемся в выборе партнерки. Написать могут очень много, красиво, но в итоге его никто не покупает. Слабый продукт. А еще если действительно кто-то купил, и окажется, что это просто, ну, знаете, слабый действительно продукт, не хочу плохих слов говорить, да, то вы же еще и потеряете лицо. Потому что база запоминает любую оплошность, и потом она на вас не реагирует. Ну и, конечно, когда вы работаете на партнерках, вам очень часто попадается, и чем больше сейчас в интернете этих продуктов, тем чаще попадается нечестный автор. Вы можете не получить денег, вы сливаете свои деньги на рекламу, но денег вам не выплачивают. Но, в принципе, зарабатывать можно на партнерках, и большинство, я говорю, зарабатывает на них. Вот. Так что я рекомендую этот способ для новичков. Следующий способ. Заработок со своего инфобизнеса. Опять же, каждый из вас может заработать, создавая свой продукт. Кто-то из вас, ну, например, хорошо поет. Есть такие, кто хорошо поет? Или там преподаватель музыки? Вы можете создать продукт по постановке голоса. Кто-то играет на гитаре по игре на гитаре. Кто-то знает много анекдотов, может создать такой продукт. И так далее. То есть у каждого есть из нас свои таланты, но вы создаете это сами. Это обязательное требование, чтобы вы свою тему знали идеально. Иначе вы будете выпускать, как в предыдущем слайде я сказал, слабые продукты. А надо быть сильным. Естественно, вы должны быть уверенным пользователем ПК. То есть вы должны уметь записать свое видео, свой голос. Да? Возможно, самому выпустить диск. А может быть, вы обратитесь в сервисы. Есть такие сервисы, которые за вас все делают. Это не важно. Главное здесь быть спецом. Но тем не менее, вам надо иметь авторский многостраничный сайт или блог. Потому что именно отсюда начинается ваш бренд в интернете. Вы пишете умные вещи, вас читают, ваш сайт расползается по интернету, и вы получаете все больше и больше клиентов. То есть сайт вы обязаны себе создать. Вы должны делать уже сами одностраничники. Потому что вы же будете делать вот эти вот партнерские рекламные материалы, только что предыдущий слайд, и у вас должны быть очень сильные одностраничники, которые будут продвигаться. То есть вы тоже должны это делать. У вас должен быть респондер, потому что все партнеры, ну не все, но очень многие будут просто вам гнать и гнать и гнать подписчиков, ваш золотой актив. Ну и, конечно же, вы должны уметь, опять же, как и в предыдущем примере, набирать базу. Здесь добавляется еще одна вещь. Комнату для вебинаров вы должны иметь. Вот такую комнату, как я с вами сейчас разговариваю. Потому что, чтобы продать продукт, вы будете давать массу бесплатных уроков или каких-то встреч клиентских вебинаров для своих подписчиков. Вот в таких комнатах как бы приучать
их к работе с вами и в итоге добиваться доверия. Здесь много подводных камней. Опять же, конкуренция. Вы прекрасно знаете, сколько сейчас вам приходит писем. Вот у меня приходит по несколько сотен каждое утро. У вас как? То же самое, наверное. Я просто там не читаю их, я удаляю. Только несколько авторов, которых читаю, оставляю. Остальных просто удаляю. И это происходит, в общем-то, у всех. Да, ребят, поставьте плюсики. Кто получает тонны писем? Вот. И эта конкуренция, она с каждым днем усиливается. Опять же, если вы выбрали тему невостребованную, или начнете ее толкать туда, где она вообще ни о чем, там какие-нибудь помидоры выращивания вы будете там, продвигать, скажем, людям, которые строители и так далее, это, конечно же, вам не поможет. Здесь невозможно продвинуться, если вы еще не освоили ПК. Если у вас нет имени, представьте, что бы вы сделали. Ну, вот у вас есть шикарный продукт, да? Вот просто замечательный продукт. Но вас никто не знает. Вы его не продадите. Вам потребуется достаточно много сил и времени, чтобы, в общем-то, раскрутиться и постепенно начать продавать. Нет других, в общем-то, возможностей. И необходимость запуска, постоянного запуска новых и новых и новых продуктов. Но есть огромный плюс. Если вы раскрутитесь, здесь доход уже исчисляется миллионами рублей. Но опять же, как и в любом бизнесе, есть там несколько десятков людей, которые собирают эти миллионы. Остальные, в общем-то, вокруг. Кто хочет зарабатывать вот таким образом, поставьте пятерочки. Это, кстати, нормальный способ заработка. Он далеко не всем доступен, но он очень, ну, наверное, самый такой, уважаемый. Вот. Ну, кстати, мы этому тоже учим. Следующий момент. Фриланс. Ну, я уверен, что здесь наверняка кто-нибудь пробовал свои силы. Ну, там, создавали кому-то сайты, кому-то создавали там фотографии красивые, там, одностраничники и так далее. Фриланс – это человек, который в интернете делает работу за деньги. Пишет статьи. Кто пишет статьи? Я знаю, что здесь из 370 человек однозначно есть люди, которые пишут статьи. Это очень недорого. Ну, мало платят, но я точно знаю, что вот это такой востребованный, ну, как бы, самые первые люди пробуют себя, особенно если они на земле связаны с журналистикой, они пробуют себя и здесь. Ну, здесь-то вообще все, в общем-то, однозначно. Первое, если вы продвигаете себя на рынке вот на этом, вам нужно быть классным специалистом. Раз, учим, кстати, этому. Знать, естественно, компьютер как свои 5 пальцев учит. Знать способы привлечения трафика однозначно, потому что без этого у нас в интернете ничего не делаешь. Иметь сайт одностраничный, господа. Для чего? Да в первую очередь, чтобы там разместить свои работы, портфолио. Чтобы вы могли там поместить десятки-десятки своих работ, отзывов. И тогда опять же это влияет на то, что вы бренд и на вас идут люди. Естественно, делайте одностраничники, естественно, у вас должна быть своя база. Как видите, и здесь вам нужны вот эти вот вещи, как конструктор сайтов и респондер. Подводные камни. Очень низкая оплата. На самом деле очень низкая. Работать за эти деньги, я думаю, начинают в основном студенты подрабатывать, потому что ну, прожить на них трудно. Это постоянно надо рыскать в поисках заказов. Это не очень хорошо. И, конечно, по любой теме, вот смотрите, как на фрилансе, надо что-то заказать. Пишешь задание, выставляешь цену за задание. Ты можешь поставить даже 300 рублей. И найдутся люди, которые сделают тебе там одностраничник за 300 или запишут ролик. Потому что сначала никто не реагирует, а потом думает, я все равно ничего не делаю. Хоп, и один написал, второй, третий, и вы уже выиграете. То есть вот это вот подводные камни.
Кто хочет заниматься фрилансом? Ну, кстати, если вы что-то хорошо умеете, это ну, стабильная копеечка, между прочим. Поставьте десяточки. Кто хочет вот, осваивать, попробовать себя в фрилансере? Почему бы нет? Ну, если нет, если вы все хотите больше, значит, мы пойдем дальше. Заработок со своего сайта. Вот на самом деле, вот знаете, может быть, это неудачное сравнение. Я себе, вот оно в голову только сейчас пришло. Вот я читал в книгах, что в воровской там среде карманник – это самая уважаемая профессия. Ну, может, кто-то слышал тоже об этом. Так вот, здесь в интернете блогер это самая уважаемая такая профессия. Это чистая такая работа. Вы продвигаете за счет своего таланта свой блог, за счет общения с людьми, за счет написания статей. У вас блог поднимается, обрастает статьями. Он все больше и больше ключевых слов вытаскивает его на первые места, и им наступает время, ну, у вас 1000, допустим, статей, или еще там 5000 на этом блоге, и он везде фактически по любому запросу на первых местах. Это огромный бесплатный трафик, вам предлагают деньги поисковики и Яндекс, и Google, и соцсети, чтобы вы разместили какую-то рекламу. К вам идут люди, вы можете продавать любую партнерку, любое, в общем-то, свое произведение, там, ну, допустим, свой продукт и так далее. Но, ребят, требуется время, и это, между прочим, немногим нравится. Это такая работа, вот сел и пишешь. Только сначала, прежде чем писать, нужно знать, как писать, как грамотно писать, как оставить семантическое ядро, чтобы не писать, что попало, а именно, чтобы каждая статья была как такая вот некая сетка. Она охватывала одну огромную нишу, а потом она разветвлялась, чтобы ваш блог, в общем-то, был ценен для людей. Но вот как только человек в этом разбирается, есть блоги, которые стоят несколько миллионов долларов. Причем ведут их даже совсем юные, в общем-то, девушки, там, студенты. Ну, в общем, есть такие блоги, и они, в общем-то, конечно, вызывают уважение. Вот я бы, если бы сейчас начинал заново, я бы, наверное, точно окунулся в блоговодство. Потому что, ну, я-то уже много здесь знаю. И писал бы. В общем, кому нравится этот метод заработка 50, мне поставьте. Потому что мне он действительно нравится. Это хороший такой способ. Но, как видите, здесь нужен конструктор блогов. Потому что если вы сами с этими плагинами начнете заморачиваться, вы просто потеряетесь. Я пробовал. Здесь нужно делать странички свои. Потому что с блога у вас пойдут ссылочки на странички. И, конечно, вам нужны подписчики. Ведь блог или сайт создается только для того, чтобы вы... Вообще в интернете все создается только для того, чтобы набрать подписную базу. И у вас на блоге, естественно, будут статьи, будут там ключевые слова, но они будут все равно вести человека в вашу подписную базу, с которыми вы потом будете коммуницировать. Вот так вот. И давайте посмотрим интернет-магазин. Ну, здесь-то вообще все просто, да? Вам нужен сайт, вот специальный сайт, интернет-магазин. Вы можете продавать как физические, так и электронные продукты, да? Доход не ограничен, вы сами знаете, какие есть миллиардеры магазины, интернет-магазины. Ну, конечно же, вам что нужно? Быть ИПшником, иметь свой товар, знать прекрасно компьютер, привлекать партнеров, потому что любой интернет-магазин требует этого. Опять же, нужен трафик на интернет-магазин, иначе прогорите. Нужно, вот как я вам сказал, многостраничный сайт. Очень полезен блог параллельный, который вы будете вести на сопутствующие темы, но будете направлять в магазин. Умение делать одностраничники на различные товары, тоже их рекламировать. Вам нужен автореспондер, хоть как. Вам нужна комната для клиентских демонстраций. И опять же,
Здесь огромная конкуренция. На самом деле на слуху там десяток этих интернет-магазинов, ну, может быть, сотни. Ну, а в основном-то интернет-магазины, они, в общем-то, не очень доходны. Ну, на самом деле, многие начинают с интернет-магазинов, и я, в общем-то, отношусь очень положительно к этому. Ну, ладно, поговорили мы с вами немножко об способах заработка. Для некоторых из вас, которые пришли там первый раз, новички, я думаю, что-то полезное уже я дал. А теперь давайте сделаем небольшой вывод. И вот здесь вот честно ответьте. Вы поняли, что для того, чтобы продвинуть любой бизнес, нужен сайт, конструктор страниц, респондер, комната? Это так или нет? Вот это очень важно понимание, потому что дальше мы поговорим про рыбалку. Куда бы вы ни сунулись, вам нужен хостинг, конструктор сайтов, респондер, комната, блог и так далее, да? Конечно, надо. Это неоспоримая вещь, как 2 × 2 = 4, как любая аксиома в математике. И вот давайте напишем, а я уже выдал, что напоминает нам заработок в интернете. Заработок в интернете, ребята, нам напоминает рыбалку. Вот сидят на берегу, вот здесь вот 5 человек фрилансеров, там сидят у нас блогеры, там сидят инфопродукты, там сетевики и так далее. А река – это вот все пользователи интернета. И, ребят, вот на эти удочки вытаскивают каждый свой улов. Вот они стоят довольные, видите? Кто-то хороший рыбак, кто-то известный, первые места занимает, он может поймать очень много. Кто-то уйдет ни с чем. Всякие бывают рыбаки. И тут никуда не денешься. Я надеюсь, каждый из вас в душе считает себя хорошим рыбаком. Вы же пришли сюда побеждать. Но на самом деле я для чего эту рыбалку-то вам сюда поставил? Для того, чтобы вы поняли, что удочки, вот эти, которыми они ловят рыбу, это вот эти наши инструменты, которые вот есть в нашей команде Alt&Web, да? Это конструктор сайтов, респондер, комната, хостинг, блог и так далее. А обучение ловли, это наша команда Alt, которая дает различные способы обучения. А вот то, что я вам рассказал, партнерские программы, инфобизнес, фриланс, сайт, интернет-магазин, MLM, трейдерство и так далее, это различные водоемы. Озеро, канал, море, река, лужа, я не знаю, где там рыбу ловят. А улов у всех рыба, ну, это деньги. Вот такая вот у нас аналогия. И она должна четко у вас вот в голове отложиться. Вот их сколько рыбаков. И всем нужны удочки. Безусловно. Если вы мне сейчас скажете, кому-то нужны сети, это тот же самый инструмент, только сеть будет называться по-другому-то. Но он тоже есть у нас. Каждый, кто приходит в интернет, он, в общем-то, проходит через нас. И вот давайте, только вы не подумайте, что я про рыбалку с вами буду разговаривать. Вот скажите, что лучше ловить одной удочкой, поймать 5 килограмм рыбы? Или ловить, скажем, 5 удочками 25 килограмм, или 10 удочками поймать 50 килограмм? Ну? Ну, вопрос-то простой, лучше. Как? Вот из этих 3 вариантов понятно ловить 10 удочками и поймать 50 килограмм рыбы. А кто-нибудь пробовал из вас ловить на 10 удочек? Рыбаки, мужчины.
Да, конечно, и сетью динамита, но это к нам не относится. Вот, на три. Я больше, чем на пять не рыбачил. И то на озере, где редко клюют. А если я скажу вам, что на 10 это просто не под силу нормальному человеку. Ведь есть всему предел. То, что я вам скажу дальше, некоторым, особенно сетевикам, знакомо. Новички сегодня уловят вот эту мысль, очень классную и очень четкую. Из-за чего мы здесь все? Из-за чего наша команда так стремительно развивается? Мы можем сами ловить на 5 удочек и дать еще одному удочку на полови, только мне дашь одну из 10 рыбин. Можем или нет? Можем. И пользуйся этой удочкой хоть всю жизнь. Но каждый, из каждых 10 рыб одну рыбину мне. Или там с каждого килограмма 100 грамм. Отлично. Я возьму... В день там мы ловили же с одной удочки 5 килограмм. Значит, 500 грамм моих. С двух удочек или с 10 – 5 килограмм. Если я дам 100 удочек, мне 50 принесут килограмм. Если я дам 1000 удочек, мне 500 килограмм принесут. И я не собираюсь рыбачить. Если я не заядлый рыбак, я, кстати, заядлый рыбак, обожаю. Но вот в этой ситуации мне зачем самому ловить-то? Я сдаю в аренду удочки, господа. И этому нет предела. Вот с этим согласитесь? Я вам провожу аналогию. Мы даем интернет-инструменты людям. Каждый свой бизнес, их миллионы. Мы даем, и они каждый месяц нам платят деньги. Аренда удочек и обучение рыбалке – вечный бизнес. Еще раз повторяю, мы сегодня не про рыбалку с вами разговариваем. Мы говорим про самую великолепную бизнес-идею, которую я 96-го года занимаюсь. Вообще бизнесом вот этим вот. Но вот конкретно аренда инструментария занимаюсь еще не полных 2 года. Это лучший бизнес, который я встречал. Итак, сегодня мы поговорим о системе Alt-Invep. Так, 32 минуты, я думаю, минут за 15 я как раз и с вами закончу. У нас есть эти удочки, есть инструменты. Это компания Invep24, конструктор блогов, конструктор музыкальных открыток, автореспондер, конструктор страниц, конференц-комната, инструмент InSocial для трафика, есть еще несколько инструментов, инхостинг и так далее. Все в одном месте, все значительно дешевле, чем у конкурентов. И, кстати, конкурентов не так уж и много. И самое главное, они работают, и с каждым днем они совершенствуются. Когда к нам приходит блогер, мы ему сдаем конструктор InBlock, и он платит нам каждый месяц от 1 до 5 долларов. Если кто-то хочет набрать себе клиентуру в соцсетях, мы сдаем ему InSocial и тоже получаем деньги. Кто-то хочет сделать сайт или одностраничник, мы даем ему InPage. Кто-то проводит клиентские встречи, мы даем ему InVebcast. Кто-то ведет вот такие вот в комнате, да, InVebcast. Кто-то набирает базу, тот берет InTouch, это автореспондер. Все в одном месте. И вот на этом, это наши удочки, мы делаем деньги. И есть еще одна штука. Это Alt-клуб. Это наша команда обучения. То есть вот есть эти удочки, эти странички, вот эти вот инструменты. Что делает Alt? Он проводит обучение, как создать музыкальные открытки, как странички, как сайт, как блог, как уверенный пользователь, как фотошопом пользоваться, как Яндекс.Директ освоить и так далее. У нас проходит огромное количество курсов, и каждый этот курс предлагает пользователю пользоваться инструментарием. Мысль улавливаете, ребят, плюсики поставьте. Мы вот такие вот. И система у нас очень сильная. Потому что у нас обучение практически все бесплатное. Людей море. И они все у нас пользуются инструментарием.
Вот она, система Alt-InWeb. Обучение плюс инструменты равняется деньги. Вот этой идеей я с вами хотел сегодня поделиться. Есть несколько людей, несколько десятков людей уже, которые вышли на серьезные доходы. Вот Наталья Тавадова, она была руководителем машиностроительного завода, технического отдела. Им не платили зарплату. Она, совершенно не зная интернета, поняла, что надо что-то делать, пришла, вот встретилась тогда со мной, мы начали с ней работать. Сейчас она от 3000 долларов. На самом деле у нее бывает хорошие месяцы и 10, и 12, и так далее. Но в любом случае, скажите мне, 3000 – это хорошие деньги, напишите, или так себе? Тем более сейчас, когда доллар уже стоит почти 50 рублей. Я думаю, это хорошие для женщины деньги. Ну, давайте посмотрим, как же мы с вами получаем этих клиентов. Приходит клиент в интернет, набирает «хочу создать сайт». Он же знает, что ему для того, чтобы там что-то делать, я вам рассказывал, нужен сайт. Яндекс ему тут же выдает 82 миллиона ответов. Вот он, как сайт создается. Но наш-то с вами... На первых местах Alt вас научил, чтобы ваше вот это объявление было тут. Он видит его, нажимает, и ему открывается ваш одностраничник. Просто одностраничник, на котором написано «Бесплатный курс по созданию сайта». Вы получите потрясающий результат, вы сделаете это совершенно бесплатно, вам помогут, внесите свой email и имя. Человек, конечно же, это ему ничего не стоит, пишет свое имя, свой имейл, попадает в вашу подписную базу и получает письмо. Это я тестировал, поэтому здесь сам себе. Здравствуйте, Вадим. Хотите создать свой сайт? Потому что понимаете, что за этим будущее. Нет проблем. Давайте приступим сразу к делу. И даю ему первый обзор, что мы с ним создадим. И тут же говорю, для того, чтобы нам создавать сайт, вам надо взять конструктор, и мы с вами создадим вот за эту минимальную цену, у вас будет сайт, который будет вам приводить клиентов, партнеров, продажи и так далее. Человек, конечно же, раз он пришел за этим, вот эту минимальную, там рублей 200 в месяц, 250, он платит легко, а мы с вами начинаем получать деньги каждый месяц. Улавливаете? Без того, чтобы не купить хостинг, для того, чтобы создавать сайты, вам обязательно нужен хостинг, да? Вы его будете оплачивать, а без этого ничего не получится. И ваш клиент, когда что-то создаст, будет платить ежемесячно. Вот я сейчас веду речь только об одном клиенте. Всего один клиент, он у вас уже создал свой сайт, он хвастается всем, какой у него красивый сайт, но он, естественно, его не бросает, он ему нужен. И вот такие вот клиенты, подписчики, они приходят у нас каждый день. Они приходят на создание сайтов, на создание открыток, на создание подписных страниц. Они приходят на курс «Уверенный пользователь», они приходят на Photoshop, приходят на институт MLM. Приходит на курс по электронным деньгам или по копирайтингу. Мы все это даем у себя в команде. И все это в большинстве бесплатно. Люди приходят и начинают пользоваться инструментарием. Понятна мысль? Ребята, поставьте мне десяточку, чтобы я видел, что мы с вами взаимодействуем. Это очень-очень легко. Имея 100 таких клиентов, господа, вы сможете уже иметь доход от 500 долларов. Вот как раз баловаться с Интером я бы не советовал. Службу поддержки, пожалуйста, посмотрите, кто там хулиганит. Итак, имея вот таких вот подписчиков, которые превращаются в клиентов, вы становитесь не рыбаком, а человеком, который сдает эти удочки в аренду и получает прибыль с каждой удочки. Я думаю, это понятно. Да, Байкалов хулиганит. Итак, в системе Alt-InWeb у нас есть инструментарий, мы учим, как делать сайты, у нас есть свой топ-секрет,
как приводить людей, я его чуть-чуть сейчас приоткрыл, и у нас есть деньги. Вот эта система Alpinvest. Вы становитесь партнером, получаете доступ к аренде, мы учим вас рекламировать, вы получаете деньги. Это схема движения денег. Она, в общем-то, везде одинаковая, только у нас есть очень мощное обучение. Посмотрите вот еще на одного человека, это Любовь Долга, они с мужем пришли менее года назад в нашу команду. Ребят, технолог по обработке металла, очень хотела научиться зарабатывать деньги, очень хотела. Не хотела ходить на работу. Что такое технолог по обработке металла? Ну, это вот эти профессии, связанные, наверное, с токарем, там еще что-то, фрезеровщик. Ну, она, наверное, следила за этим. И на самом деле я не вникал. Но ей хотелось быть дома, ей хотелось в комфортных условиях зарабатывать деньги. Все. Она вышла меньше, чем за год на доход от 2000 рублей. Откуда у нас трафик? Вот этот топ-секрет я вам уже немножко приоткрыл. Ну, давайте еще чуть-чуть открою. Нас сегодня вот за 11 месяцев в Альт-клубе 78 тысяч человек. Вот 78 тысяч человек, которые проходят обучение. Как вы думаете? Как вы думаете, это достаточное количество клиентов или нет? Вот 78 тысяч. Они идут на наше обучение. А когда здесь будет 780 тысяч? Мы же только 11 месяцев вот этот альт-клуб как создали. А когда там будет 7 миллионов? Вы сами знаете, что такое соцсети, как они быстро развиваются. Вот и подумайте, есть ли у вас перспективы здесь? Есть ли? Потому что я вам еще не сказал наше обучение. Мы помогаем очень-очень-очень именно нашим партнерам. Почему люди покупают у нас инструменты? Да вот я вам это уже показывал. Мы делаем различные курсы, и все эти курсы, в принципе, продвигают какой-либо инструментарий. Вот наша команда за 18 месяцев, почти 90 тысяч человек. Это уже команда, которая вот связана непосредственно с инструментарием. Это классно. Согласны, ребят? Просто классно. Итак, для тех, кто самый нетерпеливый, сколько стоит старт в нашем бизнесе, старт в команде Alt-Invest? Это стоит всего лишь $99 одноразово. Вы платите за лицензию, и вы становитесь независимым бизнес-партнером, который имеет право получать доход с аренды этого инструментария. Конечно же, вы, если вы хотите, как вот там, вот, допустим, Владимир Антонов, он, наверное, много получает, если он не хочет это, он может просто как розничный клиент пользоваться, взять хороший хостинг, хороший инблок, хороший конструктор и так далее, и на нем, в общем-то, использовать, продвигать свой бизнес, который приносит ему другие деньги. А вы же, господа, вполне достаточно внести один раз, чтобы получить лицензию, и потом вы платите только за тот инструментарий, на котором вы работаете, ведете свой бизнес. Это $30 в месяц. Вы берете конструктор, вы берете респондер, вам без этого не обойтись. Вы берете вот InSocial инструмент для привлечения клиентов. Об этом мы вам все рассказываем на наших занятиях. Много или мало $99? Пожалуйста, отреагируйте. Вот как вам, нас здесь 370 человек, как вам эта цена? Я вам говорю, что совсем недавно мы платили по $630 за вход в этот бизнес. Но так как мы растем, мы развиваемся, дирекция, как бы, совет директоров компании решил снизить вход. Они могут себе это позволить. Сейчас вы заплатите вот эти деньги, и все. Перед вами вот все, что я вам рассказал, но вы еще не знаете самого главного нашего обучения. Галина, для пенсионера это может быть много, но поверьте, это же одноразовая ваша инвестиция, а потом вы просто работаете на себя.
Если этого не делать, вы ищете тогда что-то другое. Ну, я, может быть, и найдете. Вот Гульнара Парамонова, она из Томска. Из Томска, я когда-то там жил, я там много лет прожил, врач-кибернетик. Вышла на стабильный доход от 2000 долларов. Но она мне по секрету сказала, что она работала, ну, где-то в 1/10 своей силы. Сейчас она, ну, в общем-то, включила турбоскорость. Потому что у нее есть до Нового года определенные цели. Но, Гульнара, я тебе желаю, вот, чтобы эта цифра выросла хотя бы в 5 раз. Вот есть у нас такие результаты. Ну, еще раз я вам скажу несколько вот этих слов, как быстро выйти на доход 500 долларов в месяц. Ну, у нас в Альт-клубе есть бесплатные занятия, они 3 раза в неделю. Там еще куча бесплатных. Ну, вот, допустим, если вы просто позовете людей на создание музыкальных открыток, актуальных к Новому году, да, например, если вы позовете на создание сайта, если вы позовете на создание подписных страниц, я здесь не написал, то они у нас как раз проходят 3 раза в неделю, каждый отдельный курс. Понедельник – создание открыток, среда – сайта, пятница – подписных страниц. У вас будут приходить люди, и вы будете получать клиентов. Понимаете? Вы зовете туда, они получают результат, но они делают на ваших инструментариях, вы получаете деньги. У нас есть партнерская программа. Вот я вам сейчас удочку рассказывал. Это вот розничный доход. Сдали инструмент и получили денежку, да? Сдали и получили. Но на самом деле многие клиенты у вас тоже станут партнерами, потому что 99 – это совсем маленькая цена. И вы начинаете получать уже пассивный, резидуальный доход от оборота их филиалов. Вы получаете резидуальный, лидерский, премию за нового клиента, автомобильный бонус, отпускной, мировой. Это очень неплохие деньги. Я не буду сейчас подробно об этом рассказывать. Конечно, тот, кто к нам придет, узнает об каждом этом доходе досконально, потому что это наши деньги. Но давайте вспомним про удочки. Вот рыбак я, да, сегодня вот про удочки. Итак, мы с вами сдаем одну удочку, 10, 100, нет предела, хоть 1000 удочек. Это наши клиенты на открытки приходят, да? Из них ребята начинают становиться партнерами, и они то же самое делают, а мы с вами получаем процент. Вот и весь принцип. То есть кто-то из кандидатов захочет стать вашим партнером, и вы получаете от 25 до 99 долларов и плюс процент от их оборота. Вот деньги, откуда берутся наши деньги, откуда эти цифры. Вот моя дочь, ну я не мог ее не вставить, она закончила политехнический университет, маркетолог, ей пришлось работать, это Алена у меня от первого брака, ну вся правда в меня, вот, ей пришлось работать в детском саду, у нее 2 дочки, 2 мои внучки, чтобы им дали место. Она тоже, кстати, живет в Томске. Тогда у нее было 4000. Она говорит: папа, давай, я знаю, ты начал в интернете. Это было в 2010 году, в 2011 как раз, в январе. Она говорит: тоже хочу. Я говорю: давай, вместе попрем. Ну, она мне помогает во всем. И в этом бизнесе она тоже вот меньше 2 лет. И посмотрите, поменяла вот эти 4000 рублей в месяц вот на такие доходы. Кто-то из вас есть, я уверен, и в ее положении с детьми, там, и без мужа, и все такое. Пожалуйста, все в наших руках. Теперь наша помощь, господа. Наша помощь тем, кто становится партнерами. Итак, сегодня вы стали партнером. Заплатили там 99 долларов, купили себе нужный инструментарий, иначе нам бизнес с вами не построить. И первый месяц вы со своим наставником проходите курс молодого бойца. Это ряд действий. Вы должны там научиться сделать открытки, сайт и так далее, чтобы потрогать руками наш инструментарий. Да? И мы вас учим, как получить первых клиентов вот на эти курсы, как получить первые деньги, как получить первых партнеров. Вот цель наша первого месяца, если вы ежедневно работаете со спонсором, это отбить все свои вложения и выйти в плюс.
Вот это цель. Следующий же этап, уже второй месяц или третий, если вы за один месяц не справились, там за два справились, вы переходите в нашу элитную школу подготовки топ-лидеров. Здесь уже ведут занятия вот именно лидеры нашей команды. Здесь и я, здесь и президент компании «Инвеп» Зиновий Курала. Здесь и Виктор Пуляев, соучредитель компании, и Валерий Сорокин, кто его знает, те, кто не партнер команды «Альтенвеп», наверное, тоже есть, кто его знает. Это инфобизнесмен известный. Эдуард Лер, Наталья Тавадова, Алена Комарова, Любовь Долгая. То есть все те, которые уже реальные деньги получают и умеют это делать, умеют приглашать и могут поделиться с вами. Вот эта вот школа, у нас многие уже там учатся. Я вижу, как ребята растут, какие у них результаты. Ну, в общем, это классная школа. Мы здесь учим всему. Только учим так, как видим мы это сами. Мы не теоретическим языком, мы практики. Готовим всю систему это со мной. Контакты дает вам Зиновий. Как писать видео, оформить блог. Как писать тексты Алена. Как анкеты делать. Как вести трафик. Валера даст вам видеомаркетинг. Любовь и Валерий Долгие дадут трафик соцсетей. Виктор Пуляев SEO-оптимизацию. Я опять подойду с вами здесь к рекламе и к анализам. Вот цель этой школы, чтобы вы стали лидером, конкретным лидером, чтобы вы после этого могли за собой вести людей совершенно спокойно в интернете. Даже если вы остались один, вы без копейки денег, чтобы поднялись и начали зарабатывать. Вот это вот цель элитной школы. Ну и сейчас я не могу не сказать вам о лучшем входе в бизнес. Дорогие друзья, я вам сказал, что вход в бизнес $99. И этого вполне достаточно. Но мы с вами, вот только для тех, кто умеет считать, и будет промоушен там дальше, но вот этот вот лучший вход, это просто фантастика. Обратите внимание, у Инвеп 24 есть 7. По-моему, 7, один я не поставил, коучингов. Это мощные работы, которые, ну, самое лучшее. Были отобраны из сотни таких аналогичных курсов, которые есть вообще в интернете. Здесь профессионалы сделали подборку. И как продвигаться, и как Яндекс, и как делать страницы, как продвигать сайты, как вести бизнес в соцсетях, как в Фейсбуке, ВКонтакте. И так далее. В общем, эти коучинги для нас еще совсем недавно стоили каждый по $200. Представляете? И для того, чтобы войти в бизнес, мы должны были купить 3 коучинга. Мы не жалеем, это нас продвигало. Но вход в бизнес, вот я вам говорил, был сейчас $99, стоил $600. И плюс инструменты 630. Сегодня, вот сегодня, президент компании делает для вас вот такой вот вход. Помним, да, в уме держим $99. Сегодня вы можете вместо оплаты лицензии за $99, внимание, себе чиркайте на бумаге, новички, купить любой коучинг за $150. Со скидкой в $50. Секунду. То есть вы получаете огромный еще такой обучающий ресурс, который каждый месяц обновляется, потому что авторы вносят туда все новые и новые вещи. Плюс к этому коучингу вы получаете те $99 в подарок. Вам их платить не надо. Понимаете? То есть фактически вы экономите $149. Вы экономите на коучинге $50, и $99 вы не платите. То есть вы становитесь бизнес-партнером, заплатив не просто за лицензию, за абстрактную, а за конкретный коучинг, который принесет вам пользу. Как вам вот этот вот вход? Новички, которые задумались уже о том, чтобы войти или нет, пожалуйста,
по десятибалльной системе свое отношение. Мне кажется, это серьезно, серьезно, крутой действительно вход. И смотрите дальше, господа. Сейчас будет... вот никто не знает, что я там дальше приготовил. Даже не знает Зиновий Куролапко, хотя мы с ним всегда советуемся. Дальше идет супер-промоушен до Нового года. Часть, конечно, все знают. Но вот чем я закончу, не знает никто. Но давайте с вами поговорим. Итак, если вы стартуете за $150, вот, эти, вот этот коучинг купили, да? Вот купили коучинг, у вас туда входит лицензия, то вы можете оплатить не $30, а сразу 300 за год. Учтите, доллар все время становится дороже, или вам 12 раз платить по 30. Это, во-первых, уже 360, и еще сегодня он 50, а может быть будет 70, да? Сами понимаете. То есть $60 вы экономите. Кроме того, вы получите право пользоваться всеми инструментами. Вам добавляют к оплаченным, вот тем нескольким, которых вы бы выбрали на 30, да, но оплатили их на 300, добавят еще инструментарий, который есть в Инвебе, и им вы в течение целого года сможете пользоваться бесплатно. То есть, заплатив вот эти вот 300, ну, то есть, вы все равно оплачивать будете инструменты, только вы здесь экономите. Вы целый год не думаете больше об оплате инструментария, вы только получаете деньги. И только получаете деньги в долларах, которые постоянно становятся дороже. Еще дальше. Вы получаете, и это до Нового года, вот о чем я хотел вам сказать. Кто заходит вот таким образом, с покупкой 150 и 300, то до Нового года получает VIP-членство в Альт-клубе в подарок. На самом деле VIP-члены нашего клуба знают, что это более $2000 экономии. Там такое количество курсов и материалов. И само VIP-членство стоит еще $60. То есть вот это вот для вас. Дорогие друзья, там очень много курсов. Все это вы получаете как бы в нагрузку от нас. Хотя то обучение, которое я вам говорил, элитная школа, курс молодого бойца, это бесплатно для вас, это входит. Но ведь, согласитесь, есть еще кое-какие ценности, которые неплохо было бы получать. Вот это мы вам предлагаем. И резюмируя, заканчивание, я немножко, как всегда, увлекся на 7 минут дольше. Ребята, сейчас самый благоприятный момент для старта. Это просто самое. Вот сколько я уже в бизнесе. Ребята, кто подольше, скажите, когда самый пик продаж? Когда больше всего людей принимают какие-то решения? Да сейчас. Ноябрь и декабрь. Как будто они все хотят наверстать все, что упустили в течение года. Вот прямо сейчас они хотят встретить Новый год с результатом. Поэтому, зайдя сегодня в наш бизнес, вы войдете в самый благоприятный момент. Теперь, дорогие друзья, дальше я буду работать только с теми, кто мне поставит сейчас 50. Это те новички, которые хотят войти к нам в команду. Пожалуйста, ставьте мне 50, и я для вас покажу, как зайти в бизнес, что нужно сделать, как оплатить. И я надеюсь, мы с вами еще до Нового года придем к деньгам. Первое. Давайте сделаем так. Я вам сейчас все покажу на слайдах, а потом повешу ссылку для регистрации. Договорились. Итак, после того, как я вывешу ссылочку здесь, вы на нее нажмете. У вас откроется вот такая страничка. Там будут коучинги на выбор. Вот которые я вам показывал. Видите, $200 они здесь стоят, да? Вам надо нажать на кнопочку «Заказать» внизу. Ну, я выбрал с Яндексом на «ты», потому что это альтовский продукт.
Но вы выберете тот, который вам по душе. После этого вам откроется вот такая страница. Смотрите, здесь у вас будет InTouch, это автореспондер, InPage, конструктор сайтов, InVideo, конструктор музыкальных открыток, InSocial, это для трафика из соцсети ВКонтакте, инструмент мощнейший. Плюс сюда входит лицензия и Академия Альц Яндекса на $200. И аж на $329 вроде как выставился счет. Но вам надо вот сюда, здесь промокод, написать 24DA. Понятно? И нажать «Применить». И тут же ваш счет превращается в 180. Как мы вам и обещали, вот эта вот сумма идет вам в подарок. И здесь вы можете, в принципе, оплатить эту сумму, если вы не хотите идти вот на тот супер промоушен. Вы можете просто оплатить. Если вы хотите другой инструментарий, наведете на любой инструмент, удалите, возьмете новые, вот здесь добавить еще продукты. Но я вам рекомендую, мы подбирали это самое то для нашего обучения, то, что нужно. Понимаете? У нас же обучение идет командное. Вот эти инструменты самое то. Итак, если вы хотите перейти на 300, вот сразу 300, сэкономить там почти $400, стать VIP-клиентом еще и так далее, что вам нужно сделать? Вам нужно навести на любой продукт курсор, и появится вот такие два окошка «Удалить» и «Изменить настройки». Вы нажимаете на «Удалить» один раз, на второй инструмент «Удалить», на третий инструмент «Удалить», на четвертый инструмент «Удалить». И у вас остается вот такая вот сумма. Мы, то есть, удалили $30 инструментарий. Остается 150 к оплате. Мы сначала думали порекомендовать вам оплатить сначала 150, потом идти за 300. Но я подумал, что это не самое рациональное. Вам надо просто нажать сюда, добавить еще продукты, и вас перекинет обратно на инструменты. Я отметил крестиком то, что вам нужно. Запишите себе InPage Cloud, InTouch, InSocial, ВКонтакте и InVideo. Вот эти инструменты вам нужны. Вы по очереди нажимаете «Заказать», допустим, InPage. Открывается вот такая страничка. Выбираете здесь вверху «Ежегодно». У вас сумма становится 60, не 72, а 60, потому что у нас здесь скидка. И нажимаете «Продолжить». После этого у вас вот они 60 добавились сюда. Вы опять нажимаете «Добавить продукты» и по очереди добавляете все те, которые я вам там отметил. Ну, выбираете ежегодно. И в итоге у вас получается вот она, сумма 450. Именно это дает вам возможность получить все, что я вам перечислил. Вот не платить целый год. Плевать на курс доллара. Вернее, не плевать, а радоваться, потому что получать-то вы будете теперь. Только получать, а не платить, да? Получите весь инструментарий, не вот эти только, а еще добавятся сюда 3 штуки. VIP-членство, ну и многое другое. Вот если вы это сделаете. Теперь смотрите, я сейчас вернусь к тому слайду, который я пропустил. Вот этот, это самый важный слайд. Я вас очень прошу сегодня, даже сейчас, напишите в обратном письме, что вы готовы стартовать. Возможно, вам нужна помощь. Пишите свой скайп, скажите «я готов». Ну, у вас письмо же было на этот вебинар. И пишите, что вы готовы, стартовать с вами свяжутся и помогут. Но если вы нажмете сейчас на эту ссылку «зарегистрироваться», вы все равно попадете именно под того человека, который вас пригласил. У нас так все честно устроено. Вы можете совершенно спокойно нажать «зарегистрироваться», Евгения, сформировать этот счет, чтобы он уже был, да? А потом можете уже додумать и так далее. Ну вот, пока висит у вас эта ссылочка. Итак, дорогие друзья, в
принципе, я свой вебинар